На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мужчина снимает видео, а записи выкладывает в интернет. Павел Мельников. Подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Никто бы и не узнал о проделках, если бы он сам не снимал все на камеру и не выкладывал это в интернет. Про Макс. Я надеюсь, ты сейчас уже, блядь, нормальные вопросы будешь задавать. И... Хорошо, сколько у меня вопросов? Думаю, 15 тебе. При этом в полиции на него ни одного заявления. Агрессивное поведение, мат через слово, на его пути лучше не попадаться. Алло. Алло. Да-да-да, я тут. У тебя есть кидивайн, она тебе тотем. Давай, я пошел пиздиться. Давай. Давай. Ты будешь болеть за меня? Буду. Но мне кажется... Таймер, кстати. Вот смотри, блядь, сейчас мы отпиздим его, нахуй. Таймер. Чё ты, блядь? Ну, нахуй. Блядь. По полицейским сводкам уже дважды привлекался к ответственности, но заключение избежал. Был направлен на принудительное лечение. В психоневрологической клинике провел всего месяц. Видимо, врачи решили, что он здоров. Пришел опрятный человек, адекватный, на все вопросы отвечал правильно. Все тесты прошел замечательно. Можно отметить повышенный IQ коэффициент. Павел Мельников, Владимир Кальский, Алексей Ляпин. Вести.